Здравствуйте, родные. Это вам не рад. Тоже здравствуйте. Вот сейчас рассвет, родные. Утро. Тепло относительно. Минус 12. Вот вечером вчера луна зашла. Вон там она была. Вон там. Солнце вот заходит. А луна вон зашла. Так, сейчас где луна? Давайте посмотрим. Вон она. Вон она. На макушке. Ну, сегодня, сейчас видео не о луне, а поросят. А видео-то, родные, про свиноводство. Как они у меня тут живут. Ёршик тоже дробленку порет. Ха! Довольный. Вот, а высыпал сейчас. Очистки там луковицы даже кусок, там какие-то вот обрезки, что-то такое вот. Вот и поросеночек маленький едят, и большие все пустят. Вопрос, как они тут у нас ночуют. Вот подписчик интересуется. В морозы. Давайте посмотрим. Значит, маленькие, где же тут спят. Вот, сейчас свет включу. Вот тут они. Как вот тут показать-то вам, тут видно, что вот здесь ямка. Вот ямочка, здесь они так вот разбровили. Гнездо такое сделали. Но они уже не зарываются. Вот солома тут. Пар, блин, дубак. Как тут делали? Вот просто стенки, вот эта стенка, она как на юг. Она, сильных ветров нету вот с чужой стороны. Ветров нету. А вот эти три стены, получается, я вот утеплил этот баннер, все так, чтобы не дуло. Чтоб это не продувалось. Потолок, вот все вот щели все, чтобы ветер тут не гулял. Вот так. А где-то вообще так-то три стены, чтобы здесь солнцем еще как бы освещало, как грелось. Но тоже ветерок и завихрение может быть. Поэтому так вот еще одну сделал стену. Тут вот дыры есть, вот так. Вот вход. Вообще, по идее, это у меня вот они. Три таких вот, как стайки сделал, три. Хряк хотел, типа хряк вот тут где-то. А тут две свиноматки. Ну, получилось, как так вот. Один хряк, одна свиноматка у меня. Ну, пошли смотреть, где тут у меня свиноматка с хряком спят. Вот им солому еще поселил, сам набросал. Они вот здесь вот ямочку сделали. Вот маленький тут сейчас. Вот. Они солому же-то едят. Тут перемешку солома, сена. И вот тут спят. Они как вот сделали себе гнездо такое. И я говорю, как они как бегемоты, я вот замечал. Даже хорошие морозы. Пятак спрячут, уши торчат, макушка торчит и спина, задница торчит, короче, так вот. Лапы спрячут вот так вот. И спят, похрюкивают. Вот. Гадят здесь, не гадят. Они где спят, не гадят. Но может быть морозы сильные. Допустим, они спят ложатся, где посветлее. Вот так стараются, вот у входа. Бывает там спят. И поэтому может быть морозы даже вот, так, вот там нагадить. Вот там гадить начнут. Чтобы, ну, чтобы далеко не ходить, допустим. Или вот они видят, вот тут нагадили. Вот там гадят, ходят. Вот. А там, где спят, вот малышня, допустим. Пройди. Вот здесь гадят. Ну и взрослые тоже. А вот здесь не гадят они. Здесь у них как это спальное место. Так что все. Ничего не надо, чтобы не дуло. Ты иди сюда. Иди сюда. Сейчас выйду, покажу. Вот они. Я говорю, вот так вот хотел сделать. Три стайки, две свиноматки, мысля была, и хряк. И вот тут дворик, где они тут едят. Одно время они здесь ходили у меня по огороду, сейчас. Но они затаптывают очень хорошо, радом затаптывают. Вообще потом и земля и так твердо здесь у нас, а тут еще потом ни один там этот трактор не берет, не все, не каждый. Поэтому вот отгородил им, и все. Таким способом я уже вот с 2012 года, родные,
Вот у меня даже свиноматка одна поразилась. Минус 8. Так, говорю, вначале посмотрите мое видео с самого начала. Называется плейлист «Ох, это жизнь». Название не всегда соответствует, что там, как... Допустим, свиноматка поросилась, там не написано, что свиноматка поросилась минус 8. Там написано «Женская логика». Вот так, допустим. Поэтому смотрите, все подряд там. Обычно в конце я уже здесь про свиней там поросеночка ставлю. Просто показываю, как вот на самом деле у меня живут они. Простым способом. Тут запаха нет вообще, от слова вообще нет. Вообще говорю. Запаха нет. Сухо. Вот в теплых стайках, сейчас переключу. Стайки теплые делают. Ну это же понты. Там вонь, там сырость, родные, там воняет. Вот, там же огромная смертность. Почему? Потому что... Вот давайте вас на коленки поставлю раком, блин. И вот там вот, в говне сидеть, блин, понимаете? Там чистенько убирают. Да, в уголке вы будете спать относительно в сухом месте, в соломочке. А рядом будет говно валяться, вонять. Рядом, на параше. И закрыто все, понимаете это? Как говно воняет, просячество? Там же, это же страшенно. И там в этой сырости они бегают, поросята. Маленькие. Конечно, смертность большая. Не, расти не растут, и всякую фигню. Только, я говорю, живете под... Как вот стайки делают не теплые. Поймите, не теплые. А стайки делают такие, чтобы в заперти. Понимаете, что стен толстый, чтобы вор не пролез. Вот. Вот. А если воров нет... Допустим, по какой-то причине. Ну пусть ходят, живут. Куда запираете-то? Ну, ладно, думаю, все рассказал, что надо. А зимой, конечно, плохо. Даже в теплых стайках плохо растут зимой. Плохо. Примерзают там, блин, еще там вода замерзла. Я же не видел, что я их сам держал так, как все. Теща держала, родители держат, все держали, как дурачки, блин. Я говорю, вот надо держать. Я говорю, называю это бурятский метод. Все. Сарай, три стены, солома, все. Больше ничего не надо. Послесловие, родные. Хотя сара орет, слышно. Это он ее гоняет, как женщина хочет. А ей еще не хочется, течки нет. Тут что еще я же, вот как бы, до сих пор экспериментирую, родные. Все эксперименты, все это проверяю. Ну, допустим, вот она мне опросилась, а я ее не сажу. Не потому, что там случайно. Я не заметил, когда будет опрос, когда они вот это снюхались-то. Я не заметил опрос, поэтому не знал, когда. Ну, и так думал, это пускай попробую. Так она опросилась прям при хряке. Хряк нормально все отнесся, в стороночке лежал. Никого не задавило. Меня еще спрашивали, едят ли они поросят. У меня никто, ни поросенка никогда никто ничего не съел. Вот так вот. Свиноматка там. Воды нету, что-то. Мне кажется, так. Знаете, это сказки. Если людоеды какие-то или дурачки, каннибалы, это потом на воду спирать или что-то. Это уже, наверное, такие свой в голове что-то у свиньи было. Так вот, что еще? Голубей уже ловят, жрут голубей. Что интересно. Куры, вот я заметил. Куры, смотрите, голубей клюют. Крысу довалялось, вообще не клюют. Так, попробуют, не едят. А вот курица сдохла. Они даже ее не клевали, курица. Понимаете, я хочу... Поэтому по-разному. А голубя исклевывают вообще до пустоты. Поэтому вообще так. Что же еще про поросят искать еще, допустим. Вот, смотрите, тоже сейчас вот на месяц я до этого отсаживал. А здесь так, на самотек бросил. Поросяток отсаживал, и у нее как прекращалось молоко и перегорало. И где-то через месяц на течку, течка начиналась. А тут я вот забил болт, им уже третий месяц пошел. Они до сих пор сосут. Сволочи. Она уже, там уже на собаку похожа, худущая. Какая течка-то, конечно, не до течки, но мне-то и не надо. Сейчас ноябрь месяц, допустим, сейчас отсадил бы их, хотя бы она уже гулялась бы к этому времени. Смотрите, ноябрь, декабрь, январь,
в феврале поросился. На морозе, в феврале. Это самый мороз у нас, самый пик. Ветра. Не, я же все равно держал бы. А тут он не держу, на смутечке нету. Вот хочу проверить, как, когда она в хочу войдет, когда она перестанет их кормить уже молоком, уже когда сама. Вот много чего. Короче, я повторяю, сам как экспериментирую еще. Много чего тут еще. И ничего не дают. Вообще ничего не дают. Вот здесь этим даже рыбий жир не давал, разумею. А где ничего? Вот живут они, как дикари. Сами по себе. Все сами по себе едят, живут и. Так что вот такое вот видео. Все, ставьте нравики, не нравики, пишите отзывы. До свидания, родные.